5 месяцев я уже была свирепой хищницей. По крайней мере, так я это видела. Да, жирафа действительно загрызла не я, но мне же нужно было набираться опыта. Съесть такую добычу сложно, зато я могла попрактиковаться. Дать волю своим инстинктам. Дело шло не быстро. Но мама была терпелива. Она давала мне свободу, которая помогала мне почувствовать себя хищницей. Но пока что я все-таки оставалась добычей. И мама не переставала бояться.